Всем привет, мои дорогие друзья. Приехали, короче, мы в поле копать. Ну вот, и я решила снять, короче, быстренько перекусить мел. Уже пробовала кусочки, тут не знаю, что. Какой-то разный мел, я не помню, как я. Точно помню, что это храповский. Вот это вот титан. Остальные не помню. Храповский поесть. Целый день не ела. У нас сегодня так жарко. -23 градуса. Птички поют. Какие-то жучки, червячки. Красота. Только жарко очень. Мелок. Это мел феникс. Я угадала. Очень вкусный мел. Сначала такой запах у него. Потом идет сочный кашу превращается. Thank you.
сегодня праздник. Кстати, всех с праздником. Он у меня ветеран труда. Рассказывал сегодня, как он был шофером. Ну, в почете был у нас в деревне. Спрос был большой к нему. Все всегда приходили, он всем помогал. Машины сам ремонтировал. И бензовозы, и ЗИЛы, и грузовые, и легковые. Это мел барсук. И не видно. Север, по-моему. Последний кусочек и все.
посадила сегодня один саженец яблони. Вот. В общем, поеду я за мужем. Что-то недалеко отошел. По посадкам мы ездим. Сейчас я вам покажу. Если вам интересно. Там наша деревня. Не совсем уж большая. Вот такие вот. Так, надо мне железочки собрать и заводить машину. Сейчас я все это дело соберу. Там, правда, мелочь. И багажник. Потом заведу машину. Я думаю, уже догонять. Пишите, рассказывайте, как вы сами, как у вас дела. Аня, Наташа, Таня, Вика. Пишите, рассказывайте. Можете на WhatsApp мне писать. Вот. Вот такие вот железочки. Мелочевка какая-то. Потихоньку потаскаем. Ветер поднялся. Так не было ветра. Было все нормально. Железок маловато что-то. Вот, сейчас я. Тут, кстати, очень много клещей. Вообще у меня муж приехал в куртке. У него вся куртка в клещах. Давай, отряхивайся. А потом только домой зайдешь. Сейчас поедем. Проверять опять. Сейчас поедем. Что гонять. Так, ну что, ребятки, мои дорогие друзья, всем удачно отметить праздник, кто отмечает. Жаль, что, конечно, с этим карантином никуда не выйдешь, ни на природу. Очень жаль. Так что, кто может куда выехал, кто по деревням уехал, всем удачи, всем хорошо отметить праздник. Вот. Ну, я поехала. Давайте, мои дорогие, пока-пока. Всех люблю, всех целую.